Всем привет! Сегодня я покажу вам маникюр со стемпингом. Первое, что мы наносим на ногти, это базу для ногтей, чтобы у нас не окрашивалась ногтевая пластина. После прозрачной базы наносим базу обсидиан для маникюра с эффектом драгоценных ногтей. И следующее, наносим лазурит счастья. Вот так он красиво переливается. Наносим жидкую ленту, чтобы кутикула оставалась чистая после стемпинга. И делаем стемпинг с пластинкой из магазина Bon Pretty Store. Используем штамп от Conant и скребок просто пластиковую карту. Краску для стемпинга используем от марки El Corazon в белом цвете. Эта краска для стемпинга очень легко переносится. Такой у нас получился маникюр. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось такого рода видео и вы хотели бы видеть еще маникюры, то ставьте лайк этому видео. Всем пока!